В научном институте идет эксперимент. Исследуют на людях влияние кинолент. Как на сознание воздействует кино сомнительного качества и снятое давно. Хороший парень Степа нуждается в деньгах. Устроился подопытным, плевав на риск и страх. Не знал он, что процессом, глумясь, руководит профессор Замышлявкин, злодей и эрудит. Эх, Степа смотрит фильмы, теперь он заточен. И если б не друзья его, он был бы обречен. Мутанты, диверсанты, собака и пингвин спасают его психику и смотрят вместе с ним. Фидель! Кетчуп! Лучшее достижение отечественной оборонки! Когда друзья все вместе, не страшен им злодей. Они все комментируют, чтоб было веселей. Теориям научным они наперекор хохочут и смеются, смотря проект «Попкорн».